Ну, про это платье. Значит, платье, как я вам говорю, сейчас я встану, покажу его. Давайте мы сразу вот это все сделаем. Это мы отдыхали с Володей в санатории в Белоруссии. А там белорусские рукодельницы, вот видите, какое платьице, приехали и продавали кружевные салфеточки, скатерти, вязаные какие-то вещи, и в том числе вот такие вот воротнички. Я очень люблю такой хендмейд, я очень люблю вещи ручной работы, потому что простенький, конечно, этот воротничок, но я думаю, что если его положить, его можно просто вот здесь вот брошечкой прикалывать на какое-то платье. Я его прихватила только вот здесь, на спинке даже не стала его прихватывать, то получится очень-очень. У меня есть много однотонных платьишек, куда это все подойдет. И поэтому я решила его купить. А после этого я пошла в магазин, чтобы купить кнопочки для того, чтобы дошить свое пальто. Пальто, кстати, вам еще потом покажу. И увидела вот эту ткань. Это футер, двухнитка, всего лишь навсего. Натуральный хлопок. Практически не мнется. Как я могла устоять? Конечно, я не устояла, и я его купила. Юбочка сделана из одной ширины. У него ширина 160 сантиметров. Прямоугольничек, один шов вот здесь вот спереди. Здесь у меня этот шовчик еще сделан на вот такой вот молнии. До сих пор у меня молния. Краешки обработаны горловиной и проймой. Выточки переведены вниз. Вот сюда вот вниз переведены выточки. И, по-моему, одна выточка есть вот здесь, потому что здесь вот будет по косой. Вот, собственно говоря, и все, отрезная талия. Быстро сшила, часа за три, наверное, я сшила целиком все это платьице, потому что у меня был вот этот воротничок, и я решила, что у меня к этому воротничку вот это платье очень подойдет. Вот так получилась такая идея. Поэтому платье из футера я люблю. Пожалуйста, покупайте себе футер и шейте не только костюмы, привычные нам, но и шейте вот такие вот платьишки. Ну вот еще разочек. Получилось вот такое вот у меня платьице. Хотя не знаю, попадет ли оно у меня в разряд любимых. Потому что я очень девушка привередливая. Стоит чуть-чуть покушать, талия потоньше, длины юбки не хватает, я смотрюсь маленькой. Всем хорошего лета, хорошего отдыха. Любите наши занятия, приносите себе, доставляйте себе радость, удовольствие, немножечко находите время, чтобы им заниматься, шейте себе похожие платьица новенькие, дарите радость себе и своим близким. Всегда ваша Галина Коломейко.